Мотор. Группа «Ремикс». Добрый вечер, в Риге. Меня зовут Айнар Смелаус. Я художник, ведущий дискотеки, мотогонщик и влюбленный. А влюблен я в музыку. Существует правило 15 секунд. Это значит, что за 15 секунд надо успеть сказать самое главное, то есть все. Иначе пауза между номерами будет слишком длинной. И теперь я попытаюсь вас познакомить с молодой, сегодняшней музыкой Древней Риги. Одни реставрируют старую Ригу и памятники старины в Тураге и в Рундале. Другие предпочитают реставрацию старинных автомобилей. Словом, нынче профессия реставратора у нас в почете. Кстати, разрешите представить, вот эти нашумевшие ребята, группа реставраторов народной музыки Ornaments. Thank you.
Каспар Димитерс у нас исключительно популярный поэт, хотя я не напечатал ни одной строчки. Все его стихи в песнях. Надивоем Африка, Салснаксон Зелс, Снигснаксон Сникс, Ари Антарктида не, Наксмусон Целс, Риц Вассарикс. Kā jau allaž dzīvojam, Kīša ezera maliņā, mēs divatā. Un ja reizēm leduses, neņem galvā mīļotā, tam jābūt tā, jo nedzīvojam, mēs Āfrikā. Nedzīvojam Āfrikā, Sals nāks un dzels, sniegs nāks un snigs. Arī Antarktīdā nē, nāks mūs un cels, rīts vasarīgs. Kā jau allaž dzīvojam, Kīša ezera maliņā, mēs divatā. Un ja reizēm ugunses, Ņem galvā mīļotā, tam jābūt tā, jo nedzīvojam Antarktīdā. Ты думаешь, я слишком холоден? Это ничего, ведь мы живем не в Африке. Думаешь, я слишком горяч? Ничего, ничего, ведь мы не в Антарктиде. А живем мы на берегу обычного озера и просто должны понимать друг друга. Dzīvojam Kīša ezera maliņā Mēs divatā Galvenais ir sadzīvot Kur vienalga mīļotā Tam jābūt tā Jo nedzīvojam Mēs pasakā Хари Абаша были замечательные учителя. Его отец – известный пианист, а затем Раймонд Спаус. Хари закончил консерваторию и теперь сам сочиняет и исполняет свою музыку.
Впервые в середине лета на окраине города Риги, в местечке Межепаркс, со своими читателями встречается молодежная пресса. Одновременно в разных местах парка происходят концерты, спектакли, конкурсы, выставки. Среди гостей праздника и один из самых популярных латвийских ансамблей – группа «Кредо». Tu pasauli paņemsi, paņemsi dēlnās, krāsma tu nebūs, vien siltums silts pelnos. Leti, словно в детстве далеком, увидишь ты мир. Пусть обычное станет чудесным. Leti, как в детском сне, возьми этот мир в ладони. Kā bērnībā tādā, kad sapni augi, liedagi meži un jūras bija draugi. Vaša pasauli mūžam Tev nebūs par plašu Li, 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 Sibirs malāji, opsirālālā, no kāvu
ла-ла-ла. Пуйши, пуйши, красные пуйши, опусы, ла-ла-ла. Красто пуйши, не зеная, опусы, ла-ла-ла. Пуйши, пуйши, красные пуйши, опусы, ла-ла-ла. Красто пуйши, не зеная, опусы, ла-ла-ла. Века тому назад здесь, в Тураде, жила девушка необычайной красоты по имени Майя, а люди назвали ее Розой Турайд. Майя любила, у нее был возлюбленный. Ждали весны, свадьбы, счастья, но все кончилось не как в счастливой сказке. Некий наемник, пораженный ее красотой, похищает девушку. Но она, оставшись верной своей любви, убивает себя. Вот уже много лет у могилы Розы Турайды лежат цветы, как символ женской красоты и преданности. Kārtis jauts Uzliec rublīti Mīļā pateikšu Kā viņu sauc Kā viņu sauc Caur baltu puteni Бывший участник популярных латвийских ансамблей «Ливи» и «Лиепайс квартет», солист латвийского радио и телевидения ансамбля «Ремикс», лауреат международного конкурса эстрадных исполнителей в городе Ростоке и, наконец, победитель первого всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей современной эстрадной песни. Как вы думаете, кто это? Pārslās, kas mīsīt Kad saubieža stundā, stundā tuvā grīt Kad visas muļķības kā stāliem Svētām saulē dvēselē vien Visas muļķības kā stāliem Svētām saulē dvēselē vien Солнце стоит в зените И исчезают тени, исчезают призраки Дым развеян И луч солнца согревает уставшую землю.
Иди ко мне, красавица. Лучше меня никого нет. Зря не дразни меня своей красотой. Иди ко мне, красавица. Это начало карнавала. Здесь будут многие. Сигмар Слепень, Мирца Зивер, Иман Сунзович и весь ансамбль «Опус». И все они в масках. Гости собрались на карнавал. Конечно, все в масках. Поэт стал срывать эти маски. О, как все испугались своих собственных лиц. Visiem tika pavēlēts, tik bez maskām ierasties, tomēr nāca maskās tie. Dzejnieks stāvēja durvīs, rāva piesiem maskas nos. Visi brīnījās, tādi daudz no tādu seju būt. Tā cilvēks cilvēkam var tik svešs, pēkšņi kļūt. Viesu izmisums bija iznākums, visi rokam sejas klāja ciet. Un lūdzās ejniekam, maskas mums atrodiet. Dzejnieks! Sacīja cēli,
lai bez maskām dzīvojam. Visiem likās tas kā murks, un pats dzejnieks aizdomīgs, kas par labu maskējās. Piesi, atmasko! Tas kā nogrēkojies bērns, lūdzās masku pasargāt, bet par vēlu bija jau. Visi skatījās, visi brīnījās, kā vai tāda sveša sēja būt. Kā dzējnieks atmaskots, vārt tās pats, kā viņi kļūt. Bija izmisīs, viņa skaties viss, sāka dzējnieks asaras. Viņi kļūt, bija izmesis, viņa skaties vis, sāka dzēnieks asaras pakliet. Lūdzās viesiem tas, masku man atdodiet. Tās tik pasakas, lai cik labi tas, tā tik pasakas vien notiekas. Ta-d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 a. Viesi izmesums. Izlākums, visi rokam sējas klājāt cīrāt. Un lūdzām sēdienām, mamas tas mums atdodiet. Raimonda Pausa, interpretācija Aijai Kukule. Робот все умеет, но разве он чувствует? Один такой робот пришел на свидание и стал совсем другим. Он стал счастливым и сломался.
liks no laimes kļūdams обожаю тебя. Немножко. А все удивляются, почему. Так поет Игорь. Если спросить первого встречного на дороге молодого рижанина, кто такой Игорь, он, наверное, ответит. Это хороший парень, который играет на скрипке, немножко поет. По-моему, неплохо поет. Ты сегодня молчишь, и слов не хватает. Только твой шепот может согреть этот вечер. Гости уходят, их смех исчезает за дверью. Остается только твоя тихая улыбка. Kamēr tev klusi sirds iet
Man okejanskā vīzijā Man sportu nemaz nerāda Vien ceļotāju klubu Man televīzos jālabo Tas jālabos klubu Un tāpēc noti lūdzos es tev Mīļā televīzijā Tu, 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 vāk Un tāpēc noti lūdzos es tev Mīļā televīzijā La, 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 la Man neparāda tu plānus Un rūkti tu uz mēles Kad neatkārto momentus No baba basketbola spēles No apšas pieliek zilonis A snuķi bumbu godam Bet ēnkurs bumbu somā ne Tur tu viņā būt sodam Un tāpēc ļoti lūdzos es tev Mīļā televīzijā Tu, 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 vāk Un tāpēc ļoti lūdzos es tev Mīļā televīzijā Меня зовут Робинзон Крузо, и я очень люблю смотреть телевизор. Но у меня работает лишь одна программа – «Океан». Спорт мне совсем не показывают. Скучно. Пожалуй, я сломаю телевизор. Студия звукозаписи Латвийского радио. На этот раз звукорежиссер Андрис занят необычным делом. Идет запись одной из самых первых популярных латвийских эстрадных песен, автор которой является Имант Калнич. И вместе на этот раз собрались самые популярные латвийские ансамбли. Ансамбль «Ремикс» и «Ливи». Идет совместная запись и будет старая песня, уже в новом, я думаю, очень хорошем исполнении. Как прекрасно на солнечном берегу, как весело качаться на качелях ветра. Приходите, друзья, на пляж Лиепай. Море отразится в ваших глазах. Skaisti tur krēslā pie jūras iet, vējainā šūpolē šūpoties. Ajajā, ajajā, šūpoties, zvaiznēs un acīs tev lūpoties. Ajajā, ajajā, šūpoties, zvaiznēs un acīs tev lūpoties. Atnāks draugs pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā, kā
Gaismi nopiļņiem mēs paņemsim, dziesmu no šalkā mēs pasmelsim. Ai, 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 paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Ai, 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 paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Вот и все. Пора прощаться. Вам с музыкой Латвии, а мне теперь уже с хорошими, добрыми друзьями, киносъемочной группой из Москвы.